Я хотел вам сказать, что я вакцинировался 3 раза и еще буду. Зачем? Я здоров. Я человек законопослушный, у меня есть QR-код. Я не думаю, что какой-нибудь нормальный, разумный человек может считать QR-коды эффективной мерой. Так уж случилось, что этот год сильно слишком разделил нас. В каждой постели, в целой квартире слишком много разных нас. Послушай. Никого не слушай. Это общее личное дело. Я за, я против. Может, выход тут есть? Другого выхода нету. Да, это смелость. Фу, это глупость. Один голос мало решит один голос. Она ведь не наша, она наша гордость. Это отличное лето, но не счесть горящих лесополос. Глядя на это, сложно радоваться жаркому лету. Почему именно она представляет русских женщин? Политика, дело политика. И оно касается каждого. Бойкая реальность или все же украденное золото? Одним дают статус иноагента, другим Нобелевскую премию. А новая скульптура. Я боялась, что дойдет до драки. Нас разделило, да. А если посмотреть на себя со стороны, ведь есть общая боль. Общая, ну, ты мне враг или брат, враг или брат, враг или брат, брата, сестра, я my brother. Я ухожу, а вы остаетесь. Наши голоса не всегда спорили, наши пути не всегда расходились. Наши разногласия не всегда были всерьез. Несмотря ни на что, общего в нас больше. Продолжайте искать.